В нашей жизни, где столько труда и усталости, сколько боли в груди, сколько слез на очах, для усталой души одно место осталось. Это Божьего дома уютный очаг. В этом месте, где слышится весть о спасении, возвышается смело Христа благодать, еще слышатся молитвы и дружное пение. Еще падая люди умеют вставать. В этом месте поныне душой сокрушаются. Еще не забыли о слове «прости». Еще в память о Господе хлеб преломляется. И погибшему можно спасение найти. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в разоренных сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности. Еще к Богу поднять не стыдятся глаза. В это место под тихие своды церковные я люблю приходить, как зимой к очагу. Только здесь забываешь и тучи греховные, только здесь отдохнуть я могу. Пусть вся жизнь будет радостным благодарением каждый час, каждый прожитый миг за это самое сладкое в мире общение, Церкви Божией, собрание Христовых святых.